Город Смело, Черкасская область. На территории города у нас имеется дом на продажу. На участке у нас расположен сам дом. И получается веранда и гараж. Гараж у нас довольно длинный. Я бы сказал, 6 метров. Может спокойно заезжать машина. И еще будет некоторое место для того, чтобы сложить инструменты. Здесь у нас сарайчик. Или можно сдавать это, использовать это место под летнюю кухню, как раньше было. Забор, общая у нас продолжительность, вот, общая протяженность, я бы сказал, 60 метров, навскидку, не уверен. В доме у нас имеется прихожая, такая небольшая прихожая, с этой стороны у нас ванная комната, на территории имеется вот колодец, тут какая-то пристройка была под отопление, наверное, котельная, тоже не уверен. Количество комнат у нас в доме 4, зал, 1 спальня, зал и 3 спальни. Ну и небольшая прихожая, вы уже видели на входе. Получается у нас за домиком вот такой вот огородик небольшой. Ну и покажу вам дом с этой стороны. Так вот выглядит. Такой вот небольшой проход и вид из одной спальни. То есть вот вид из спальни будет у нас. В общем, за более детальной информацией все контакты оставим на страничке YouTube в описании. Стоимость дома тоже мы напишем на страничке YouTube в описании. Так что такого плана конструкция. Конструкция очень крепкая. Насколько я знаю, балки и пол сделаны из лестницы. Не уверен. Крыша у нас еще в хорошем состоянии, не побитая. Ничего. И плотный. Очень плотный кирпич, который без трещин. Вот таким образом он выглядит. Так что по вопросу покупки данного дома обращайтесь за контактами в описании на канале YouTube.